Политический треугольник. Как изменились отношения между Украиной, Крымом и Россией после мартовского референдума? И сколько людей переехало с полуострова в Запорожье? Узнавали журналисты «Акцентов недели». Первым делом экономия и энергосбережение. О муниципальном энергетическом плане и его реализации расскажет гость нашей студии, первый заместитель городского головы Дмитрий Свиркин. Проезд в запорожских маршрутках грозит подорожать как минимум на гривну. Если этого не произойдет, перевозчики обещают транспортный коллапс. Вы смотрите «Акценты недели» о событиях, которыми жило Запорожье эти 7 дней. Здравствуйте! Скоро месяц, как Крым стал российским, и хотя мировое сообщество не признало результатов референдума 16 марта, на полуострове многое изменилось. Там появилась новая конституция, пребывание украинцев на территории Крыма ограничилось 90 сутками, действует контроль на въездах. На днях заговорили и об отмене поездов на полуостров. Продолжается миграция населения. Журналисты «Акцентов недели» попытались разобраться в сложных отношениях политического треугольника «Украина, Крым, Россия». Одиннадцатого апреля в Бердянске похоронили украинского офицера Станислава Карачевского, убитого российскими военнослужащими. 19 апреля ему должно было исполниться 33. У него осталось двое маленьких детей. По судьбе жены и детей я вам сейчас не могу сказать, это будет их решение. Но мы, в принципе, выходим с предложением к его жене, чтобы она осталась вместе с частью. Мы постараемся там через правительство, через Министерство обороны, чтобы семье выдали какое-то жилье. Смерть майора украинской армии спровоцировала новый виток информационной войны. СМИ России сообщали, что Станислав Карачевский был пьян и сам напал на воинскую часть. В то же время украинская сторона утверждает, убитый был безоружен и ни на кого не нападал. Всего с начала оккупации Крыма погибли двое украинских военнослужащих. Вывод наших войск с полуострова продолжается. Справа в том, что вводится понад майже 5 тысяч військовослужбовців, половина из них, больше 2,5 тысяч, уже вывели из автономной республики Крым. И вот сейчас майже 2 тысячи там сейчас находятся. Ну, вывод проводится в плановом порядке, згідно графика. Ну, всі командири військових частин, які там знаходяться, офіцерський склад, військовослужбовці контрактної служби, на плановому порядку будуть виводитися. З кінця марта в Запорізьку область прибуло 155 чоловік. Більшість із них – військовослужбовці. В то же время, по нашим даним, виписались і уїхали в Крим 205 запорожців. Правда, почти 30 чоловік уже вернулись обратно. Тех, кто уехал с полуострова, в Украине называют вынужденными переселенцами. Для них создана общенациональная горячая линия. Такие же действуют при обладминистрациях. Данные по приезжим анализируют в областном департаменте соцзащиты. Там для журналистов «Акцентов недели» выделили целый список самых острых крымских вопросов. Одной из основных помощи является разблокирование банковских счетов. Это для нас очень большая есть проблема, потому что социальные выплаты поступают вовремя, и они накапливаются на этих счетах. Поэтому мы срочно переоформляем им карточные выплаты через Министерство социальной политики Украины. Содействуют и по вопросу расселения. Также занимаются опекой тех, кто имеет не крымскую прописку. В департаменте соцзащиты не исключают, что сложной ситуацией в корыстных целях могут воспользоваться аферисты. Но, признаются, верят всем. Селят людей в коммунальные пансионаты, санатории и воинские части. 17 запорожских семей выразили готовность принять в своем доме крымских переселенцев. Мы очень благодарны таким людям и обращаемся ко всем, кто может оказать помощь поселению, обращаться в управление социальной защиты. Мы будем очень вам благодарны, и эти люди, конечно же, тоже вам будут очень благодарны. Недавно из Крыма и эта семейная пара. Супруги Алексей и Анна поселились у его родных. Уехали с полуострова, как сами говорят, по политическим мотивам. Девушка – коренная жительница Севастополя. Вся ее семья осталась там и приняла российское гражданство. Поступок Анны не поняли. Они категорически меня не поддержали. Там только мама, она просто приняла мою позицию, отпустила. Вот. А все остальные, конечно, негативно высказывались и считают это глупостью. То есть их там очень хорошо обрабатывают российские СМИ. Такая позиция присуща большинству жителей Севастополя, поддерживает супругу Алексей. Но есть и те, кто категорически не приняли ввода российских войск на полуостров. Вот только свое мнение, говорит молодой человек, они высказать не могут.
Я просто видел, как они собирались там элементарно возле памятника Шевченко там, ну, праздновать юбилей, и как бы их просто реально избивали, то есть это было. Просто высказывание своей позиции, ну, мол, я украинец, не говоря уже о том, что там разговаривать на украинском языке или какую-нибудь ленточку украинскую прицепить, ну, на одежду. Это просто немыслимо в Севастополе. Из-за статуса Крыма проблемы появились и у жителей материковой части Украины. Неясно, что будет с бизнесом. В управлении юстиции поясняют, права собственности действительны только на территории Украины. Поэтому не исключают дополнительные требования со стороны Крыма. Но пока вопрос не решен. Есть неудобства и с недвижимостью. Жить в собственной квартире в Крыму украинец может только на протяжении 90 дней в течение полугода. Потом могут и депортировать. Если вы планируете оставаться там на более длительное время, вот, то вы должны до истечения этих 90 суток обратиться в Федеральную миграционную службу, либо получить соответствующую регистрацию, либо, если у вас есть основания, получить там ну, так называемый вид на жительство, потому что, так как заявляла российская сторона, что граждане Украины, даже те, которые там проживают и откажутся от получения российского гражданства, будут обязаны получить вид на жительство. Нет определенности и с отдыхом на полуострове. Интернет-СМИ объявили, что с 27 мая Укрзалезница приостанавливает продажу билетов. В то же время многие украинцы и вовсе считают поездки в Крым опасными. В миграционной службе заявляют, у них бум на оформление загранпаспортов. Такого количества, говорят, еще никогда не выдавали. Но относительно путешествий по Крыму есть и другое мнение. Житель Запорожья Антон Бондаренко организовывает поездки для детей. Недавно, как сам говорит, назло общественному мнению, собрал ребят и повез в Севастополь. Одно неудобство – это то, что ночью дважды будет и просит предъявить документы. Очень здорово то, что пограничники, что той и той стороны адекватные люди, и нам не пришлось будить детей. Они только подошли к руководителю группы, мы показали там, удостоверение детей. На обратном пути даже одна из сторон там, в Джанкое не было вообще проверки. На поезде. Вот. И страхи, они вот в нашей голове. На самом деле, все эти, не знаю, вот по поводу всех этих горячих точек, горячие точки вот здесь вот у нас. Впрочем, судя по сообщениям СМИ с юго-востока Украины, вопрос отдыха меркнет по сравнению с возможностью повторного вторжения российских войск. МИД Украины на своем официальном сайте уже заявил, что действия северного соседа расценивают как намерение второй волны оккупации и называют условия урегулирования ситуации. Одно из главных – отвести подразделения вооруженных сил России от украинской границы и автономной республики Крым. Муниципальный энергоплан, о котором в Запорожье говорится уже 2 года, готов к реализации. Единственное, чего опасаются разработчики, чтобы их труд в 152 тома не остался пылиться на полках. В мэрии заверяют, энергосбережением займутся всерьез. О предстоящих свершениях в студии «Акцентов недели» поговорим с нашим гостем, первым заместителем городского головы Дмитрием Свиркиным. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Запорожье – один из украинских городов, который стал партнером проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Мы уже разработали, приняли муниципальный энергетический план, подписано соглашение мэров города. Какие основные критерии выдвигались к участникам проекта? Я вам хочу сказать о том, что мы действительно вот уже на сегодняшний день перешли от слов к действиям касательно возможности привлечения международных инвестиций, грантов и фактической реализации тех направлений, которые предусмотрены проектом муниципально-энергетического плана. Основными критериями было несколько основных задач. Это прежде всего системный подход к энергопланированию, к внедрению энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий в различных отраслях и жизнедеятельности города. Это опыт работы с международными финансовыми учреждениями, это возможности местного бюджета и ряд основных других критериев. То есть с учетом того, что на сегодняшний день наш город имеет позитивный опыт работы с международными финансовыми учреждениями. Это примером ярким является водоканал. С учетом того, что у нас разработан муниципальный энергетический план, с учетом возможностей местного бюджета, с учетом, еще раз подчеркиваю, системного подхода к реализации, к разработке и внедрению реализации тех или иных мероприятий в этой сфере, город Запорожье был определен как один из победителей по этому гранту. И грант, рассчитанный до 2017 года, составляет около 900 тысяч долларов. Два года – это много или мало на разработку документа такого масштаба?
Я вам хочу сказать, что опыт других городов как раз показывает о том, что разработка муниципального энергетического плана занимает от 1 до 1,5 до 2 лет. Но в нашем городе этот план готовился приблизительно 1 год. Достаточно было проведено много работы, и большой объем был сделан в преддверии разработки самого программного документа. Как то были проведены энергоаудиты бюджетных зданий и зданий жилого фонда. Были созданы консультационные и совещательные органы. Была проведена достаточная работа по проведению анализа энергобаланса коммунальных предприятий и других предприятий города Запорожья. То есть достаточно очень много было работы проведено в ходе подготовки к началу разработки самого муниципального энергетического плана. Это заняло определенное время, но сам программный документ разрабатывался около года. Еще в прошлом году в рамках проекта были выбраны пилотные объекты. Если проект заработал, каков результат по этим пилотам? И в связи с жесткой экономией, будут ли они реализованы или все-таки опасения разработчиков имеют место? Я здесь хочу сказать о том, что на сегодняшний день у нас пока в городе Запорожье не реализованы проекты или объекты, предусмотренные муниципальным энергетическим планом. Более того, муниципальный энергетический план на сегодняшний день еще не утвержден сессией Запорожского горсовета, он будет вынесен на очередное рассмотрение. Но при этом мы говорим о том, что в те города, в которых уже разработаны и, соответственно, приняты соответствующие планы, как то Киев, Львов, Херсон, Днепропетровск, есть уже позитивный опыт работы. Естественно, что мы ориентиры ставим в том числе на тот опыт, который имеют уже другие. Так вот, мы можем привести пример Днепропетровск. Там 10 миллионов привлеченных кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития сопровождаются еще 2,5 миллионами гранта, это в евро, на термодернизацию бюджетных зданий. Во Львове привлечены, соответственно, 20 миллионов кредитов, 10 миллионов грантов на реконструкцию системы теплоснабжения. То есть это как раз все то хорошее, что легло в основу нашего плана. И, естественно, используя те механизмы, которые уже практически применяются другими городами, мы в том числе будем применять и в городе Запорожье. Но не дожидаясь принятия программного документа, мы на сегодняшний день уже в бюджете развития города Запорожья предусмотрели как одним из пилотных объектов это термомодернизация поликлиники Жовтневого района. Подробнее о том, что из себя представляет муниципальный энергоплан, какие проекты он предусматривает, уже готовы рассказать журналисты «Акцентов недели». Давайте посмотрим сюжет. К 2025 году Запорожье может снизить расход газа на 80%. Это предполагает муниципальный энергетический план. Главное внимание в документе, который разрабатывался 2 года, уделено утеплению зданий. Сейчас их энергопотери почти в 15 раз выше, чем в Европе. На воплощение проектов понадобится 14 миллиардов гривен, а это почти 5 годовых бюджетов Запорожья. В кошельке города денег на эти цели нет. Нам надо найти финансовых партнеров, банки, которые согласились бы оплатить эту модернизацию. Этого опыта у нас еще не было. Опыт водоканала, занятие вернуть деньги, он невеликий по сравнению с масштабами энергоплана, он явно недостаточен. На судьбу энергоплана в горсовете смотрят с оптимизмом. Уже, говорят, сделан аудит зданий. На сессии горсовета приняли решение о присоединении Запорожья к международному соглашению мэров, направленному на внедрение энергосберегающих технологий в 1000 городов мира. Данное соглашение, опять же, является не только декларативным, выставляющим соответствующие задачи, а является, еще раз подчеркиваю, механизмом, который позволит достигать поставленной цели. Механизмом по привлечению источников небюджетных, в том числе международных финансовых организаций. 900 тысяч долларов привлечь уже удалось. Это грант от американского агентства. Запорожье стало одним из победителей конкурса, проведенного в рамках энергетической реформы в Украине. Американский проект рассчитан до 2017 года. В мэрии грантовые деньги пустят на воплощение энергоплана. Гость студии «Акцентов недели» – первый заместитель городского головы Дмитрий Свиркин, и мы говорим о муниципальном энергоплане. Дмитрий Александрович, напомню, что муниципальный энергоплан состоит из 152 томов. Все ли ответственные лица ознакомились с ним? И достаточно ли у нас специалистов, которые займутся реализацией этого плана? Вот я вам хочу вернуться к вопросу вашему касательно того, долг ли был период разработки муниципального энергетического плана. То есть верстание самого программного документа – это определенное шлюри. Определенное время лишь на протяжении 1 года непосредственно верстание самого всего того, что у нас получилось на выходе. Но подготовительная работа по анализу по всему остальному, а также согласование уже готовой
программного документа требовало определенного времени. Начиная с конца прошлого года, при консультациях с общественниками, с научными работниками, в том числе с привлечением вузов, руководителями коммунальных предприятий, бюджетной сферы, департаментов и управления горсовета, рядом других специалистов в сфере энергоэффективности и энергосбережения были определены конкретные предложения по внесению изменений в уже подготовленный проект муниципального энергетического плана. То есть я хочу сказать о том, что вот уже на протяжении практически 4 месяцев как раз шли консультации, рабочие совещания, семинары, собиралась письменная информация, информация, поступающая со всех практических источников, касательно того, что же еще нужно учесть, доделать и доработать в муниципальном энергетическом плане. Поэтому достаточно много людей, организаций, учреждений приняли участие в обсуждении, и на сегодняшний день все эти моменты уже учтены и легли в основу уже подготовленного на сегодня проекта программы. Поэтому достаточно большой и широкий круг, а у нас сегодня уже есть и соответствующие кафедры в вузах, у нас уже есть опыт работы на протяжении более десятка лет частных компаний. То есть у нас есть те, скажем так, люди, которые подскажут, помогут, проанализируют, дадут свои рекомендации, и что и было сделано. И естественно, что ими всеми эти, ну если не все, то большая часть томов в их направлениях, в их сферах интересующих были очень детально изучены. Поэтому подготовительная работа, работа по подготовке самого проекта программы и работа по анализу подготовленного проекта с замечаниями, дополнениями проведена просто колоссально. Но если говорить о тех специалистах, которые будут заниматься уже реализацией энергоплана, достаточно ли их количество все-таки? Я хочу сказать о том, что специалистов достаточно много, но необходимо выработать систему и построить структуру реализации муниципального энергетического плана. На недавнем проходившем семинаре было озвучено предложение касательно необходимости создания некого энергетического агентства у нас здесь в городе Запорожье, где соучредителями выступили не только муниципалитет, но и также банковские структуры, промышленные предприятия, общественные организации и так далее. Опыт работы других городов показывает о том, что это достаточно эффективная структура, которая как раз и позволяет управлять проектами, привлекать инвестиции, получать прибыль от их реализации, возвращать эти привлеченные инвестиции, кредитные ресурсы. То есть необходимо выстроить, и мы будем выстраивать систему и структуру реализации направлений, предусмотренных муниципальным энергетическим планом. Вот вы сказали, что прописан механизм привлечения инвестиций. А что он из себя представляет? На сегодняшний день мы все с вами должны откровенно сказать о том, что тот объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий программы, который предлагается проинвестировать для обеспечения реализации, он достаточно велик, то есть это миллиарды гривен. На сегодняшний день ни местный бюджет, ни государство, ни какой бы то ни было другой не сможет профинансировать фактически реализацию этих мероприятий. Но существует достаточно много программ, в том числе действующих в Украине, касательно привлечения международных финансовых и банковских структур, которые на достаточно льготных условиях выдают соответствующие кредиты, плюс еще и сопровождают их грантами, которые не подлежат ни возврату, ни окупаемости. Это те бесплатные деньги, фактически, которые выдают эти международные финансовые организации. И я уже выше называл опыт городов Днепропетровска, Львова и ряда других касательно привлечения таких грантов. Поэтому эти механизмы как раз уже на сегодня они действующие, не есть. Их просто нужно на практике применить у нас в городе. Международные финансовые учреждения с кредитами, гранты, а также долгосрочные инвестиции, которые готовы вкладывать европейские инвесторы в наши программы энергоэффективности и энергосбережения. Да, срок окупаемости может быть растянут до 20 или даже 30 лет. Но это обычная практика для любой европейской страны. Увидим ли мы в городе внешние признаки реализации муниципального энергоплана, например, солнечные батареи на крыше? Как это почувствуют обычные запорожцы? Конечно. Как пример я могу привести это, в том числе, термомодернизацию жилых и бюджетных зданий. Это внешнее обновление фасадов, кровель и все, что с этим связано. То есть это в том числе использование современных технологий по утеплению самого фасада здания, что не только меняет его технические характеристики, но и, естественно, и внешний вид. Более того, эти фасадные панели позволяют не только сэкономить тепло, но и прогарантировать до 50 лет надежную качественную эксплуатацию самих несущих конструкций здания, не подвергаясь внешним воздействиям атмосферных осадков, температурных
режимов и так далее. И, естественно, это, ну, как пример еще можно привести по поводу использования солнечных коллекторов, одно из основных направлений муниципального энергетического плана – это реконструкция уличного освещения. Так вот, предлагается в проекте программы использовать как раз уличные светильники, на которых будут установлены солнечные коллекторы, которые в дневное время подпитываются солнечной энергией, в том числе и в зимний период, и в пасмурную погоду, а ночью они будут эту саккумулированную энергию использовать на уличное освещение. Поэтому это достаточно будет заметно. Дмитрий Александрович, благодарю вас за беседу, а мы продолжаем расставлять акценты. 55% украинцев обязательно придут на выборы президента. Еще 26% респондентов сказали, что, скорее всего, примут участие в голосовании. Такие результаты соцопроса озвучили специалисты Комитета избирателей Украины. Рассказали запорожским журналистам и о других прогнозах. Говорят, по предварительным подсчетам среди кандидатов лидируют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Но при этом отмечают, у жителей нашей страны будет широкий выбор, к которому нужно подойти очень ответственно. В целом, отмечают эксперты, подготовка к выборам в нашей стране идет в штатном режиме. Они уже полностью профинансированы. Из госбюджета для этого выделили почти 2 миллиарда гривен. Однако, уверяют в комитете, сейчас правительство думает над тем, чтобы сократить эти растраты примерно на треть. Также специалисты считают, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине в день выборов руководство страны должно усилить охрану избирательных участков. Во имя безопасности и спокойствия на въездах в Запорожье установят 6 блокпостов. Работа над ними идет полным ходом, говорят в обладминистрации. На местах будут круглосуточно дежурить правоохранители, военные, представители самообороны и общественники. Всех вооружат, организуют питание, палатки и не только. Также на блокпостах будут находиться бронетранспортеры, мешки с песком и все необходимое для защиты территории. По словам председателя облгосадминистрации Валерия Баранова, такое решение было принято в связи с последними событиями в Украине, в частности, на востоке страны. Запорожские предприниматели по-прежнему требуют снять с должности руководителя КП «Запорожрынок» Андрея Нетребу. Однако 10 апреля спецкомиссия установила, что юридического основания для одностороннего разрыва контракта с директором коммунального предприятия нет. Рыночники просили городского голову Александра Сина продлить работу комиссии. Уверяют, у них есть факты, которые подтверждают нарушения со стороны Андрея Нетребы, но для их обоснования нужно время до 15 апреля. По мнению мэра, продолжать работу комиссии не имеет смысла, а все факты он примет лично, и при необходимости будет проведено служебное расследование. Также Александр Син предложил предпринимателям разработать проект решения о создании комитета общественного контроля над деятельностью дирекции КП «Запорожрынок» и принести ему на подпись. Запорожские правоохранители задержали подозреваемых в разгроме ботанического сада. Ими оказались двое подростков 14 и 16 лет. Как рассказали в ОВД, эти парни неоднократно попадали в поле зрения милиции. Найти их удалось благодаря уликам, оставленным на месте происшествия, следам от обуви. Помог и опрос жителей соседних домов и учеников близлежащих школ. В ботсаду рассказали, что подозреваемые разбили окна и проникли на территорию, вытоптали клумбы, поломали цветы. Подростков, подозреваемых в вандализме, и их родители вызвали в Шевченковский район. Отдел. В Запорожском парке «Дубовая роща» теперь растут 16 видов деревьев и кустарников из разных уголков планеты. Есть в Дубовке и первая в Запорожье тисовая аллея. Представители экзотической флоры руководство города закупило у детского ботанического сада. Средства на это выделили из экофонда. Радовать посетителей своей красотой растения будут практически круглый год. Правда, отмечают специалисты, придется немного подождать, чтобы деревья и кустарники адаптировались к новому месту жительства. Возле каждого из них работники парка установили таблички с краткой информацией о растениях. Поднять стоимость проезда в маршрутках. С таким предложением в мэрию пришли запорожские перевозчики. Утверждают, другого выхода у них нет. Если тарифы останутся на прежнем уровне, обеспечить стабильную работу общественного транспорта не смогут. По этому вопросу в горсовете за неделю провели 2 совещания, обсуждали проблему перевозок и в обладминистрации. Подробнее обо всем расскажет Инна Гогой. Поднять вопрос о повышении тарифа перевозчиков заставили сразу несколько причин. Постоянные скачки доллара, рост цен на дистопливо и запчасти. Все это, отмечают маршрутчики, скажется на работе общественного транспорта и качестве перевозок.
В мэрии отмечают, ранее городской власти удалось сократить суммы, которые водители маршруток ежедневно должны были отчислять автопредприятиям. Подсчитали, так каждый месяц удается экономить до 3000 гривен на одном микроавтобусе. За счет этих средств смогли компенсировать рост цен на топливо. Но этого недостаточно, говорят перевозчики. Уверены, сдерживать рост цен на проезд больше нельзя. Как минимум на гривну. Обоснования у всех есть, экономические расчеты есть, соответствующая программа по законодательству есть. Просто сейчас остановится транспорт, потому что нету даже заправлять автомобиль на следующую смену, не говоря уже о повышении заработной платы водителям. Через день после встречи маршрутчиков с мэром в горсовете провели еще одно совещание. На него собрались депутаты, перевозчики и общественники. Во мнениях участники встречи разошлись. Общественники предложили обсудить ситуацию с представителями различных организаций. Говорят, уже сейчас поступают заявления с просьбой не повышать цену на проезд. Маршрутчики уверяют, времени на долгие переговоры нет. Курс доллара упадет, может быть, 2 недели, 3 недели. Через 3 недели, я больше чем уверена, мы с вами не соберемся в этом зале, и вы не будете уже слушать другую сторону для того, чтобы понизить тарифы из расчета того курса, который будет через месяц. Мы обещали предприятия, уточняли, у людей нет уже оборотных средств полностью заправить автомобиль. Последний раз мы с вами собирались по поводу тарифа в 2011 году. Прошло 3 года. Ну, я думаю, если бы не это резкие повышения, которые произошли уже в этом году, может быть, мы как-то еще думали о том, что если и повышать, то незначительно, насколько это возможно. Выслушав все стороны, участники встречи решили рассмотреть вопрос на расширенном заседании, но только после того, как все перевозчики предоставят экономические расчеты и их проверят специалисты. Следующий шаг будет за исполкомом. Его заседание запланировано на 25 апреля. Цены на проезд в общественном транспорте обсуждали и за круглым столом в обладминистрации. В горуправлении транспорта отмечают, если повысить тарифы на проезд в маршрутках могут с помощью решения исполкома, то наладить так называемый обычный режим движения только в компетенции руководства области. Объясняют, к такому режиму относится курсирование по городу больших и социальных автобусов с соблюдением остановок, предусмотренных расписанием. Важную роль в перевозках в городе осуществляет так называемый обычный режим движения. На сегодняшний день он плохо развит в связи с тем, что до сих пор мы не решили вопрос по тарифу на этот режим движения. Нам нужно опять вернуться, подготовить к этому вопросу. И все-таки 1,5 гривны на сегодняшний день совершенно нереальная стоимость проезда. А без этого режима движения, как основного по закону, мы не сможем обеспечить в равных условиях и социальные перевозки, и коммерческие. Гривна 50 – это без ПДВ, но я хочу уточнить. Но это регуляторный акт, который сейчас по всем правилам проходит очередное вицтежение. И у нас в середине мая заканчивается анализ этого регуляторного акта. Только после того, как будет сделан вывод, будет отчет вывесен на сайте облгосадминистрации, тогда можно будет говорить об изменении тарифов. Кроме тарифов, перевозчики обсудили с представителями областной власти проблемы льготных перевозок, безопасности на дорогах, повышение квалификации водителей и обучение их хорошим манерам. Поднимался на совещании вопрос о работе Укртрансинспекции. В обладминистрации предлагают ликвидировать эту структуру, а ее функции передать ГАИ. По словам заместителя губернатора Петра Гончарука, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в Киеве. Официальные костюмы они сменили на спортивные. Чиновники со всей Запорожской области собрались вместе на ежегодной спартакиаде для госслужащих. Оставив дома деловую серьезность, начальники департаментов, управлений и ведомств с азартом соревновались в самых разных видах спорта, от футбола до шахмат. Футбольные страсти здесь в самом разгаре. На поле команда Запорожской облгосадминистрации состязается с коллегами из района. Пока фортуна на ее стороне. 7-й номер замгубернатора Петр Гончарук. Хоть его привычнее видеть на ответственных заседаниях, к спортивному амплуа ему тоже не привыкать. Постоянный игрок запорожской сборной. Я считаю, что тот, кто
любит спорт, занимается спортом, лучше работает. У нас каждый год проходит спартакиада госслужащих, потом спартакиада депутатов всех уровней, а потом спартакиада госслужащих Украины. Приглашаю вас тоже заниматься спортом. Всего на спартакиаду приехало порядка 20 команд со всей Запорожской области, но фаворитов видно сразу, говорит жюри. Бесспорным лидером, конечно же, вот уже 14-я у нас спартакиада по счету, является команда облгосадминистрации. Также из сильных команд это пенсионный фонд. Из районов это Гуляйпольский, Пологовский районы всегда привозят сильные команды. Есть соперничество, есть азарт. Азарт царит не только на футбольном поле, но и на полях шахматных. Над очередным тактическим ходом размышляет начальник сектора молодежи и спорта Приморского района Владимир Волков. После напряженной партии вместе с коллегой из управления ветмедицины дает интервью нашей съемочной группе. Нам обоим 120 лет. Ему уже исполнилось 60, а мне через 2 месяца. Поэтому мы этим молодым людям, которые на нас будут смотреть, пожелали бы, чтобы они до 60 лет были такими здоровыми, веселыми и спортивными, как мы. Кроме шахмат и футбола, на спартакиаде были представлены волейбол, настольный теннис и шашки. Победители определят по количеству общих баллов, набранных командой. Те чиновники, за которыми окажется наибольшее число побед, отправятся защищать честь области на всеукраинский этап соревнований. Такими были эти 7 дней. Делайте выводы, а акценты расставим мы, но уже на следующей неделе. Всего доброго и увидимся.